Я бы хотела обратиться к Марьяне Ро и спросить у нее, почему она высказывает все в таком негативе, с матом, какой-то пародии. Ведь у нее было очень много пародий. Просто она должна понять то, что своим вот этим вот негативом, матом она показывает все дно Ютуба. И обсуждает меня, осуждает меня и обсуждает. Что какая я такая сякая. Я же при ней ничего не говорю, то, что она поднялась за счет Ивангая, давалась 14 лет за пиар. Тоже столько и слухов всего было. Я же ничего не говорю, это ее личное, ради бога. Но, ну, хоть, ну, хочешь ты высказать свое мнение, ну, выскажи его нормально. Зачем вот в матом, вот это вот все это. Ты девочка, которая снимает какие-то мимимишные видео на своем канале, да, там, ой, мое утро, я такая, да, и, а потом такое просто мат, и тебя смотрят девочки, также 10-11 лет, и ты вот так вот выражаешься матом, и вообще. Но ты чё, шкура, охерела? Просто бесит, бомбит жестко, у меня жопа сейчас взорвется. Тупая мразь ко мне подошла, значит, сфотографироваться, сфотографировалась и несет теперь всякую ересь на блогеров.